Вот снимайте видео опять со слезами. Смотри. Вот я вчера запрятал вот сюда. Колбасы им сейчас нарезал. Шестер. Знаете, какие все красавцы. Косилки. Знаете, какие все красивые. Шипят на меня. Колбасы им нарезал. Вот, вот в этой сумке, представь, поставили стоя. Я вот их от дождя вот так спрятал. И вот здесь, может выживут, мам, поедят. Холодные, представь, сколько сидят. Глянь на них, какие бедные. Сейчас мужику одному предложим. Он говорит, у меня собака, у соседа собак не нужны. Я говорю, ну предложь кому-нибудь. Он говорит, ладно. Представляешь, что суки делают. Так, друзья, значит, нам сообщили о выкинутых, вот деревня Скурыгина, о выкинутых щенках в деревне на мусорку. Я вот сейчас еду, пытаюсь найти эту мусорку. Впереди лежачий полицейский. Что мусорка, деревня, улица такая-то, все. Я пытаюсь сейчас найти мусорку, и щенку, ой, котят, оказывается, видели вчера. Сегодня никто не знает, на месте они, не на месте, что с ними, живы, не живы. В общем, я пытаюсь сейчас их найти. Итак, я подъезжаю к этой мусорке. Вот эта мусорка, где должны быть котята. Боже мой. Тут в этом хламе. Так. Сейчас я припаркуюсь. Где их тут искать, я не знаю. Капец. Сейчас. Ну и как в этом хламе найти котят? Фу. Кс-кс-кс-кс. Вон тут даже переноска валяется. Ой, господи, лятуйте, лятуйте, маленькие. Кто ты такой маленький? А ты такой шипучки, что ли? Шипучки? Что ли шипучки вы, да? Господи, такие крошечные малыши, совершенно беззащитные. Иди сюда. Ой, кто тут шипел? Кто шипелкой был? Ты шипелка была? Не пугай, не пугай, братанов. Ой, господи, маленькие такие. Голубоглазые. Пусечки, пупсечки. Идем, да не бойся. Куда, не выходи. Стоять. Эх, деловой какой. Так, все. Ребят, ну что, ребятки. Шипучие ребятки в переноске. Сейчас я перезвоню, еще уточню, 4 ли их было. Продолжение следует. Пока я, значит, смотрю, тут кошка. Смотрю, у кошки сиськи. В общем, я поймала кошку. Кошка с сиськами. И судя по... Короче, это их мамаша. Кошка сидела рядышком. Вот она. Все, она их вроде бы... У нее прям сиськи молочные. Вроде признала. Но котят было 6, сейчас 4. Буду сейчас рыться, еще искать здесь. А вдруг еще где-то завалились. Все, малышка, давай, сиди пока. У меня перерыла весь мусорник. Нет, только 4 котенка и красивая мамашка. Все. Давай, все, эти уже сосут, вон валяются. Мать вернулась, да? Все хорошо, все, едем в приют. Ну что, друзья, ждем. Ждем ручек. Самых лучших ручек для малышей ждем. Так, мы, значит, кошки приготовили с котятами. Сейчас, тише, кошка, тише. Кошка слышит, лай, собака рычит. Давай, выходи, кошка. Кошка, выходи. Сейчас, скажи, я вам пойду, блин. Так, еду приготовили, так, кошка пошла. Давай, кошка, я тебе сейчас детей закину.
Где тут дети твои? Дети. Дети. Так. Дети один. Ну. Дети второй. Да где вы там, тараканы? Дети третий. Маленькие совсем пацаны. Медведы. Ой, господи. Забился. Дед четвертый. Во, кошка сразу кушать пошла, бедная. Малыш, что? А дети кушать будут? Ой, какие же вы смешные же, господи. Но ведь домашние же были котята. Вот видно, что домашние. Совсем ни разу не бездомные. Кушать будешь? Не понимаешь еще? Понимаешь? У нас паштета нет. Паштета нет. Им бы паштетик, конечно. Ну, вроде что-то там. Все упали. Давайте. Пробуйте. Учитесь кушать. Серый что-то пытается.